Станислав Иванович уже тоже демонстрирует излишнюю волю в борьбе. Зарабатывает Ливерпуль угловой удар под занавес первого тайма. Штрафной удар Дениса Хендерсон дает. Остается совершенно один Стивен Джерард на одной штанге. И Стив Джерард забивает во втором матче. Вот так вот это все происходит. Смотрит Джон Мигел. Стивена Джерарда.
следующих матчах
слушал. Вот здесь, вы понимаете, Майкл Уэллер слово не поставил.
собой не из угла.
Востока. Чарли Адамс забивает. We'll be right back.
штрафной площади. Нужно добывать очки. Вот так, вот так.